Вышла на прогулку. Погода такая тихая, пасмурная. Не знаю, может, снег будет. Вот по мосту иду. Речку вам покажу. Деревья повалило в речку. Мелкая, ну, бежит. Прогуляться вышла. Отнесу морковку брату по-корейски. А у него яблок возьму. Дома не сидеть целый день, куда-то прохаживаться. Ну, еще немножко окрестностей поснимаю. Луга, реки, дорога сельская, тихая такая, тишина, магазин слева. Еще один мост, и тут под мостом уже немножко замерзло, а дальше он течение есть, лежит река. Пришла я из гостей от брата, наделил он меня грибами, видите, это ж сам собирал летом замороженными. Хочу разморозить, сварить. Потом обжарить с луком и сделать вареники с картошкой, с грибами. А здесь у меня яблоки тоже с погреба достал. Говорит, ешь, а то гниют. Вот. Ну что, помою, буду есть, наверное. А что с ними делать? Так, а это мой обед. Такой вот суп из чечевицы. Очень вкусный. Хлеб с майонезом и сальдисон. Еще ковбик называют. Практически домашний. Хотя это у нас в магазине такой продается в мясном. Самодельный. Вкусный-вкусный. Я его обожаю. Да и стоит доступно. Вполне пока что, слава богу.